Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Электричество для некоторых категорий граждан может подорожать на 10%. Изменения затронут жителей сел, пользователей электроплит, садоводческие и гаражные кооперативы и иные категории льготников. Законопроект, который предполагает сокращение льгот для населения по оплате электроэнергии, опубликовала Федеральная антимонопольная служба. Ведомство намерено уменьшить размер перекрестного субсидирования, благодаря которому часть электроэнергии для граждан оплачивают промышленные потребители. ФАС предлагает с июля следующего года по июль 2027 снижать скидку для льготников с 30 до 20% по 1% в год. Плавная динамика позволит не повышать тарифы для населения слишком резко, цитирует Коммерсант замглавы профильного управления ФАС Сергея Дудкина. В сообществе потребителей энергии меры антимонопольщиков считают недостаточными. Вялотекущее сокращение льгот отдельным категориям населения серьезного эффекта не даст, приводит издание «Мнение активистов». Дайджест недвижимости. Застройщик Слободы Новые Сергеева объяснил, почему постоянно переносятся сроки сдачи домов. Основной причиной несоблюдения графика строительства компания «Техкомсервис» назвала паводок 2016 года, сообщает Ньюслер.ру. В результате строительные работы не велись несколько месяцев, а на поднятие грунта были израсходованы значительные средства. Таким образом, паводок привел к удорожанию строительства и одновременно спаду спроса на жилье. В компании сообщили, что сейчас объекты находятся на разной стадии готовности. Два переданы участникам строительства, еще три сданы и будут передаваться дольщикам в ближайшее время. Оставшиеся 13 объектов завершены на 20-80%. Напомню, таунхаусы в Слободе Новые Сергеевы должны были сдать еще в прошлом году. Дайджест недвижимости. Почти 3000 многодетных семей из Кирова получили в собственность земельные участки. Еще более 700 заявлений сейчас находятся в работе. Об этом сообщает АИФ Киров со ссылкой на департамент муниципальной собственности города. Как поясняют в ведомстве, с 2012 года многодетным семьям выделено 2935 земельных участков. Из них более 2500 предназначены для индивидуального жилищного строительства, 265 для ведения личного подсобного хозяйства и 10 для ведения дачного хозяйства. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.